Вот, наконец-то выбрались на море с внучкой. Сегодня море штормит, ветер, волны сильные, но все равно хочется нам ножки помочить. Моя внучка смотрит на море. Ей, конечно, хочется помочить ноги и вот полетать на таком... Да, на таком парашюте ей хочется полетать. Но без согласия родителей, конечно же, нельзя. Да. Вот сейчас экипируют очередную команду людей, которые полетят вот так. И я попробую вам снять этот процесс. Как все происходит. Вот смотрите, вот здесь вниз немножечко уходит. В общем, смотрите, рассказывать не буду. Лучше все посмотреть. И я это вижу тоже первый раз. Мы с внучкой стоим и наблюдаем, как интересно, да? Потому что мы тоже так хотим. Вот сначала расправляют парашют. Потом он вот так вот открывается. А тот, кто летит, он уже вот внизу. И подготовка проходит такая. Раскрывают, надувают этот парашют. И вот уже. И вот так взлетают. Полетели. Класс. Такое катание, оно стоит 100 лева 20 минут. Ну, классно же, правда, полетать над морем. Катаемся на самокате вдоль моря и хотим пойти в кафе, потому что моя Элин хочет поиграть в песок, да? Да. Устроились с внучкой в кафе на берегу моря, она тут устраивает концерт, да, Элин? Танит, радуется, что мы на море. А у нас морские развлекаловки. Собирались в парк на каруселях кататься, а ей захотелось в песок. Вот пришли в кафе, заказали еду, но ей не до еды. Сидит в песке, закапывается. Вот развлечение детям, песочек. Тебе нравится на песке играть? Да. Нравится, очень довольная. У нее тут вон и фанта, и картофель фри. Что еще ребенку надо? Самое любимое блюдо, да? Маши ручкой. Скажи всем привет. Море сегодня штормит, но желтый флаг. И вот мы пришли уже после обеда. Ребенок играет, развлекается в песке. Отдыхаем. Вот такая панорама вечером на море. Внучка катается в парке на самокате. А я вот немножко вам еще поснимаю море. Друзья, если вам понравилось мое видео, поставьте пальчик вверх. И не забудьте подписаться на мой канал для новичков. Благодарю всех своих подписчиков. Хорошего вечера и до новых встреч, друзья. Пока-пока.